Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о вполне необычной блесне вертушечке от компании Герман. Моделька у нас идет под номером 5107 и по маркировке Германа имеет третий номер. Блесна имеет вес 20 грамм, расцветка в данном случае 2.07. Поставляется на такой вот картонной упаковочке блесенка у нас. Оснащена крючком от компании Мустад, что довольно-таки отлично в данном ценовом сегменте. Блесна у нас имеет проволочный каркас длиной 85 мм. В принципе, все здесь вполне классическое изготовление, но имеется одна, скажем так, не совсем привычное изготовление, применение некоторых решений у данной вертушечки. Это установлен вот такой вот винт, пропеллер, можно так его назвать. Установлен он непосредственно на сам проволочный каркас, окружает его две такие вот бусинки некрупных. Далее идет у нас пружинка, затем идет также две бусинки, между ними O-образная петелечка, посредством которой установлен очень крупный лепесток, имеющий гравировку в виде имитации чешуи. На внутренней части данного лепестка имеется гравировочка в виде логотипа Германа и указан вес данной вертушки 20 грамм, что довольно-таки полезно. Далее у нас идет такая вот бусинка, далее пулевидная огрузка, далее цилиндрическая огрузочка у нас, соответственно, цилиндрическая огрузка имеет такие вот, условно назовем их, прорези, углубления. Грузик у нас, соответственно, состоит из двух частей. Вертушка за счет этого получается заднеогруженная. На сам проволочный каркас в конце блесны установлен тройной крючок. Мустадовский, очень мощный крючок из толстой проволоки. Сразу видно, что блесна предназначена для ловли крупного хищника. Также крючок оснащен такой вот яркой красной опушкой. Необычность блесны при игре заключается в том, что, соответственно, при проводке играет не только лепесток, но и довольно-таки большие обороты имеет вот этот вот установленный в начале каркаса блесны пропеллер. Блесна довольно-таки упористая, спиннинг нужен подходящий для нее, в меру жесткий, но хотя бы чтобы в тест блесна попадала. Не по максимальному, скажем так, желательно смотреть тесту спиннинга, но опять же у некоторых спиннингов тесты завышены, занижены и так далее. Это все как бы подбирается индивидуально. То есть блесна довольно упористая, хочу отметить. На проводке ведет себя очень интересно. Пропеллер имеет большие, повторюсь, обороты. Лепесток тоже у нас имеет некое вращение. Подойдет блесна в первую очередь, на мой взгляд, для ловли трофейной рыбы, например, белого хищника, такого как жерех, либо щуки. Блесну можно применять не только на водоеме с течением, но и на стоячей воде. Данную колебалочку можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод «Рыбалка34», который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.